Шахматисты ход записывают заранее, перед тем, как сделать на доске. Даже если ход совершенно очевидный, даже если он единственный, заранее записывать его нельзя. Это не очень строго карается, но шахматист, который это делает регулярно во время партии, может получить сначала замечание, потом предупреждение, а потом и поражение. Поэтому будьте внимательны. Те, у кого есть такая привычка, от нее отучайтесь. В свое время покойный Дворкович, отец нынешнего нашего руководителя шахматного, давал совет тем, кто не может избавиться от этой привычки, заранее ход записывать в своем блокноте. На планке нельзя. Так, и третье, последнее. Значит, некоторые шахматисты или не знают, или экономят время. Пешку в фигуру превращают неправильно. Например, вы играете белыми, с поля А7 на поле А8 хотите поставить пешку и превратить, например, в ферзя, нужно пешку с А7 поставить на А8, а не так, как некоторые делают. Пешку сняли с поля А7 и сразу на А8 ставим, например, ферзя. Ход выполнен не по правилам. Тоже можете получить где-то неприятности. От какого-то особо строгого судьи вплоть до поражения в партии. Такое не исключено. Зачем вам нужны эти неприятности? Так, все, больше у меня объявлений на сегодня нет. Просьба включить часы. Я часы должен включать.